Всем привет! Сегодня мы снова слушаем госпожу Эвелин. Я ее запомнила только по названию. В смысле, вот это что, по кликухе ее. Что госпожу Эвелин мы уже слушали, и даже помню, что она там где-то в сене, в стаду сена и в деревне что-то делала. Теперь песенка называется «Pick Me», премьера трека. Слава богу, мы не увидим стога сена, а только ее голос. Возможно, что, вот мне кажется, если я не ошибаюсь, что в прошлый раз клип все испортил. Если бы я не видела клипа, было бы все более органично. Ну, может, я ошибаюсь, что-то я уже... Но я помню ее клип, я не помню песенку, я помню ее клип. Ну, давайте... я помню, там женщина вам с такими ногтями. И, по-моему, она была еще на каблуках. Ладно, не будем гадать. Госпожа Эвелин, тонкая натура, будем ее слушать. Я могу взять твою худи, мне холодно одной. Ты сильный и высокий, проводи меня домой. Я тоже люблю спорт, а ты покажешь свои мышцы. Как думаешь, у нас могло бы что-то получиться? Pick me, girl, pick me, girl. Ну нельзя пол песенки петь Мигел петь. Ну это уже лучше. Бабы не умеют юмор, а я не такая. Они думают, ты грубый, а я угораю. Гимми мод, ты щавеля, я Nike Pro. Кота я молоко, мы хотим с тобой одного. Гимми мод, ты щавеля, я Nike Pro. И ты вроде не больше до нас. Пара новых правил, ты же хотел играть. Будешь моим песиком, но мне нельзя с тобой в кровать. Медленно снимаю каблуки, а ты берешь их ротик. Помурчи тихо на ушко, мой пушистый котик. Друзья мои, мне кажется, у нас появилась еще одна похожая инстасамка. Но инстасамка, кстати, подросла, и ее творчество стало немножко другим. А у госпожи Эвелин, которой название-то тоже прям вот госпожа госпожовая, блин, Эвелин. А вот, она такая вот ширпотребская, вот с чего начинала инстасамка. Она такая нескладная, у нее абсолютно в стихах нету склада. Она вот, значит, про что она? Про то, что там песики, собачки и все такое прочее. Ты меня любишь, да, ты меня целуешь, да, и так далее. А я тебе скажу, вот сделай так, и ты такой на коленях приползешь. Вот. И за полторы минуты, помимо вот этого смысла, который она вложила, она еще Pick Me, наверное, минут 40 еще эту пикмикала. Вот. И, собственно, и вся песенка, вот она получилась такая, вот я говорю, не культяпистая. Вроде как бы, вот я говорю, мне она напоминает, с одной стороны, немножко инстасамку, начало ее творчества, и вот этот Maybe Baby. Вот они вот идут вровень. Maybe Baby, инстасамка, но как бы эти уже подросли. И вот она, госпожа Эвелин, пришла и догнала. Вот. Вот мне все-таки кажется, что в творчестве главное иметь что-то свое, какую-то оригинальность, а не такую какую-то, знаете, не наивность, а тупость женскую, вот изображать какую-то «я твоя зайка, та-та-та», вот это звучит, вот, не знаю, это выглядит немножко вот как бы глупо, это выглядит похоже на многих других, которые уже были, вот, и вот этим это неинтересно, ну, то есть, как бы, возможно, это вот, ну, для таких девочек, которым там 12-13 лет, может быть, им нравятся такие песенки. Вот. Но в
целом, мне кажется, вот госпожа Эвелин самой 13 лет, поэтому она поет такие песенки. Вот такая злая сегодня. Всем пока.